Итак, мы гуляем по городу, приехали на станцию Футакатамагава, и нас оставили одних, объяснили, где что, Минира объяснила, куда идти, но мы с Севой маршрут еще сами самостоятельно расширили, самостоятельно нашли магазин 7-Eleven, сейчас возвращаемся в исходную точку. Вот, поднялся ветерок, на солнце жарко, на ветру бодрящее, очень красивые дома, на верхних этажах растут деревья, посмотрите, как красиво. Мы пришли рано, потому что Минирочки на работу, и у нас там сейчас много магазинов, мы гуляем, ветерок. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что давайте наверху. Пошли, идемте. Пускаю, конечно, лестница же открытая. Посмотрим. Ой, какое место! Ой, какая дорожка! Тут можно сидеть. Здесь сделаны камушки. Ага, а вон даже добрый, деревяшки для сидения. Смотрите, все принимали туда камни. Да. Как красиво! Идемте посидим. Какая красота! Ой, ага. Это как деревья, каждое дерево с подпорочками. Только что мы встретили в коляске трех маленьких чихуахуа. Но мне неудобно было снимать. Хозяева так обрадовались, когда мы внимание обратили. Мы их погладили. Вот мы на втором этаже, такая красота. Другой ярус. Красота, красота. Красота, правда? Да. Здорово. Какая зелень вокруг. Красота. Да, да. В Японии самое лучшее время – это весна и осень. Кто хочет приехать в Японию только в эти времена года. Поднимемся на следующий ярус, посмотрим, что там. Мы на следующем ярусе. Посмотрите. Вот вам и маленький водоемчик, и мостик. Как красиво. Здесь больше ощущается ветер наверху. Журчит водичка. Красиво, да? Смотрите, наверху уже какой-то этаж, наверное, четвертый, пятый. Вот такая красота. Еще наверх есть. Вот, сейчас мы туда тоже поднимемся. Сначала полюбуемся на водоем. Вот и маленький клёнчик. Маленький клён. Клён, из-за которого мы приехали в Японию. Вот он, вот он. И последний пролет. Поднимаемся выше. Вот садовничек убирается, все чистит. Чтобы было чистенько и красиво. Вот мы на очередном этаже. Посмотрите. Нет. Ручеек по периметру. Идемте, подойдем вот туда, Сева, пошли. Кстати, я поняла, куда мы планировали прийти. Думаю, что здесь пусто. Это же место я узнала. Сейчас будет прекрасный вид на реку. А мы пришли, видите, так как еще не работает, видимо. Мы пришли сами пешком, без всякого лифта. Смотрите, какая красота. Кстати, вот в этом здании работает Вадик, слева от вас, Сева, вот тут. Это Вадикино здание, да. А оба даже окна где-то вот там. Смотрите, как здорово.
Потому что ты им кушаешь. Кафе Непал. Приехала наша еда. А еще это мяско не дали, да? Сейчас мяско приедет. Приехала мясо с сушкой. На каждого такое мясо с ума сойти. Пожалуйста, попробуйте себе похудеть. Каждому это карри маленькая, будем макать вот этим хлебом. Помните, мы в прошлом видео, в мою поездку, мы ели? Что вы делаете? Ну все, Лоя, так и мясо шелся. Ну какая тыква большая, видите? Огромная. Приехали на станцию Хараджуку, потому что там был закрыт парк. Какие-то шли работы ремонтные после тайфуна, что-то там у них повредилось. Мы приехали на Хараджуку и сейчас оставим наши кульки в локерах. Мы приехали на Хараджуку Мейджи парк. Пройдем Тори, ворота на территорию парка Мейджи. Очистимся. Пошли, идемте, заходим в Тори. Чуть-чуть посидим на скамеечке, устали. Потому что там дальше, потому что там даже нет скамеек. Осторожно. Есть два. Сядем, посидим. Знаете что? Несмотря на ветреную погоду, достаточно прохладную, посмотрите, сколько народа хочет прогуляться по парку Мейджи. А это вот бочки саке из разных префектур. Настоящие, натуральные. Естественно. Много-много бочек. Вот на территории уже там. А мы сейчас пойдем в сувенирный вон туда. Постоянно раздаются крики большеклювых ворон, которые обитают и в Японии, и на Дальнем Востоке, на островах, как Кунашир, Пирутуб и забыла Шикотан. Вот здесь омовение, моем руки, очищаемся. Заходим на территорию храма. Раздается звук священных барабанов. Создаются всякие обереги, священные талисманы.
под деревом висят таблички с желаниями. Наши дети тоже писали желания и вешали здесь. Хризантема – это символ императорской семьи. Какая форма стволов, как драконы на японских картинах. Сейчас пошли вообще голые, абсолютно голые девочки. Сувенирный. Осторожно, не покупайте все подряд. Заходим. Сувенир в море. И вот уже спускается вечер. Зажглись фонарики, мы спешим домой. Объявляют громко, что в 5 часов закрывается парк. Здравствует наш милый городок Инаги! Ура, мы дома! Через 10 минут мы зайдем домой, будем пить горячий чай. Пока!